Вот, и меня это очень сильно расстраивает. Не надо, чтобы по две одинаковых стояло на одном этом. Ты сколько дней там? Ну, получается, я приехала сюда 5 числа и уеду 17-го. Конечно же, я люблю своих фанов. И сегодня вся в розовеньком. Я здесь с сестрой и папой. Я хочу так. На тройку. На Мальдивах я. Я сейчас закрою сюда, конечно, чтобы поставить. Как тебе Казань? Мне очень нравится Казань, очень красивый город, очень. Мы любим тебя, и я вас тоже. Жду ваши вопросы. Только давайте какие-то интересные они. Как дела? Ты где? Твой любимый фильм. Знаете, у меня есть список фильмов. Их там 100. Это те фильмы, которые мне понравились. 100 фильмов, которые понравились. Это не только, которые я смотрела. Но, а самый любимый, я даже не знаю, какой можно вылететь, но выделить, но, наверное, это все-таки фильм невозможно. Когда новая песня? Не знаю. Не знаю, сколько сейчас времени. Один. Если бы не ок, то что тогда бы ты выбрала? Ну, я бы также продолжила заниматься творчеством. Можно? Твоя фобия. Можно? Боюсь всяких насекомых. Можно? Спасибо. Как я покажу? Любимая книга «С любовью, Рози». Все, дальше я сама. Что ценишь в людях, кроме доброты? Я писала пост, вот последний мой, там все, что я ценю в людях, можете прочитать. Да, любимая песня и исполнитель. Знаете, вот за пару минут может просто измениться все. Моя любимая песня так и остается, «Земной шар», моя любимая песня, но с любимым исполнителем... Можешь вот так? Теперь я задумалась насчет этого. Так что я не знаю. Ну, чем не считать? Я знаю. Но я не знаю, ты хочешь, можешь проверять. Может, ты куплюешь? Может быть. Я перехожу в 10-й. Любишь мыть посуду? Нет. Какой твой любимый цвет? Розовый. Нет, я не досмотрела «Красные браслеты», смотрела пару серий. Ну да, нормальный сериал вроде бы как, по первым сериям. С кем ты больше из Open Kids проводишь время? Со всеми. Со мной. Если бы не ок, то что тогда? Еще раз отвечаю, что продолжила бы заниматься творчеством. Когда концерт в Баку? Не знаю. Не хочешь петь сольно без ок? Ну... Да. Так, на какой вопрос я отвечала? А, сольно. Пока что я в группе, мне это устраивает. Окей. Поэтому я в группе. Любимый сериал «Мой сплетница». Нет, мы с Яной не вдвоем. Да, и на Мальдивах мне очень нравится. Интересный вопрос. Да. Thank you. Нравится Ариана Гранде. Ну, мне она больше, честно, нравилась как актриса, а не как артистка. Любишь гулять с фанатами? Очень редко гуляю, но да, мне нравится. Смотришь «Ривердейл»? Да, жду уже новых серий. Тур по России будет осенью? Скорее всего, да. Моей сестре 11.
тебе только удачи, вдохновения и даже не знаю, чего еще можно пожелать, потому что у тебя просто невероятная работа. Правда. В школу не хочу. Тур по Украине будет? Думаю, да. Боюсь безумно насекомых и всяких морских живностей. Ну, знаете, вот, допустим, вот плаваешь такой в чистоте, а вдруг там приплывет что-то. Здесь вот, кстати, иногда скаты всякие плавают или акулки маленькие, поэтому я этого тоже немного боюсь. А так, если приехать просто в какое-то место, где просто много рыб, то я с ними поплаваю. Нам предлагали поехать на экскурсию с мантами плавать. Это, знаете, это огромные скаты. У них очень большой рот, и они страшные. Я могу показать вам фотографию. Но лучше бы я просто... О, гейм. О, да, принесли хлебушек и всякие намазывал какие-то хлебушек. Это любовь. Больше любишь кошек или собак? Собак. В Киев, да, немножечко уже чуть-чуть капельку хочу. Нет, у меня нет парня. Спасибо тебе огромное, что уделяешь нам время и замечаешь работу. Видео люблю сильно очень тебя. Я вас тоже безумно люблю. На самом деле, я постоянно листаю все работы, на которых вы меня отмечаете. Они мне безумно нравятся. Я хочу сказать вам огромное спасибо, что вы уделяете время на эти работы, тратите силы. Это реально очень-очень круто. Спасибо вам. Отдыхается прелестно. Только погодка в последние два дня как-то не очень. Скучаешь по Киеву? Скучаю по людям. Любишь краситься? Нет. На какие экскурсии ездили? Ну, тут, знаете, немного экскурсий, потому что, получается, на острове один отель находится. Ну, а так тут экскурсии съездить, посмотреть на черепах, вот мы ездили. Есть экскурсия поплавать с мантами, но я очень боюсь. Я прочитала то, что они могут тебя обнять, утащить на дно, а потом сожрать. Да, такие вот добрые. Поэтому я боюсь. Но есть еще какая-то экскурсия, а-ля поехать посмотреть на дельфинов не в воде, а не просто там ты их будешь видеть где-то вдалеке, как они прыгают. Ну, как-то так. Почему у вас никогда не было концерта в Москве? У нас там было 3 концерта, если не больше. Чего такая замученная? Я? Нет. Я прекрасно себя чувствую. Сколько звезд в отеле? Не знаю, 5, наверное. Ходить. Ты общаешься с Катей? Какой? Покажи маникюр. Не покажу, он у меня весь поломался. Покажи они вот так вот, вот так. Нет, не покажу. Время не знаю сколько. Секунду, вот так только. Да, я хорошо. Можешь вспомнить самый твой неловкий момент. Самый неловкий. Не помню таких. Какая еда тебе нравится на Мальдивах? Мне безумно нравятся завтраки. Очень вкусные, правда. И здесь есть, получается, ресторан японской кухни, ресторан азиатской кухни, итальянский ресторан и ресторан, как ваку. Боже, в общем, там мясо на гриле. Короче, гриль-ресторан. Мне больше всего нравится гриль-ресторан. Там очень вкусное мясо и лобстеры. Вот как-то так. Что вдохновляет тебя чаще всего? Меня вдохновляют люди, вдохновляют окружающая меня природа. Да, на самом деле очень сильно. Музыка вдохновляет. Мечтаю о фото с тобой. Мечты сбываются. Самое главное верить в них. Чего вы не играете? Потому что у меня фото. В
Все, вы перестали играть? Хумус. Окей, продолжаем. Только за меня не ходи. Прическа очень идет. Спасибо огромное. Так что, играем? Что делаешь целый день на Мальдивах? Ну, вообще, когда было жарко, не было пасмурной погоды и дождя. Ну, дождь тут как? Он идет 3 минуты и заканчивается. Поэтому вот вчера мы ходили в спа, сегодня были в номере и все. Купались. А так, купались сегодня еще. А так, когда было жарко, купались, загорали, ныряли с масками, смотрели всяких рыбок, в бильярд играем, в теннис я играю, а я на бадминтон. Да. Так, будем играть? Да, я знаю Никиту и Тимоху. Да, мне хотелось бы иметь сверхспособность перемещаться во времени... Нет, перемещаться из одного места в другое. Как ухаживаешь за лицом? Сейчас никак. А так хожу к косметологу, у меня всякие тоники. Очень жирный хлеб. Спой стикером. В ресторане тут не поют. Яна? Да, Яна сидит рядом. Любишь перелеты? Когда я лечу в какие-то новые места, то безумно люблю перелеты, просто обожаю. А когда одни и те же... Когда летим в Минск? Например, из Киева в Минск, из Минска в Москву, а потом наоборот, из Москвы в Минск, из Минска в Киев, то вообще нет. Если бы тебе предложили сняться в фильме, то в каком жанре фильма бы ты снялась? Я бы снялась в каком-то подростковом фильме, ну, знаете, такой легкий, или же в ужастик. Mm-hmm. Да. Какие-то невкусные. Невкусный хлеб сегодня. Положи свой сестру, у меня грязные руки. Яна, покажись. Она играет в нарды. А, что? Сказали показаться тебе. Иди, ходи. Ай-яй-яй. Мне 16. Вот как раз таки, да, я не люблю смотреть ужастики, но я хотела бы сняться в ужастике. Какое самое красивое место, в котором тебе доводилось побывать? Мальдивы. Самое красивое, правда. Приятного аппетита, спасибо. На кого поступаешь? Пока еще в школе. Покажи Ангелину. Как я вам покажу Ангелину? Мой любимый фильм «Невозможное». Ну, вообще, их еще очень много. А что мне я родилась в Челябинске. В какой-то цель любишь ходить в Челябинске? Ну, мне кажется, самое нормальное там – это родник и горки. Like this, or she wants anything else? French fries. Будешь rice. Еще что-то там рис, картошку. Картошку. Yes. French fries. Yes, yes. Thank you. А советы сериал? Это мой любимый вопрос. Я люблю сплетницу, люблю империю. Очень крутой сериал, правда. Бесстыжие, Династия, Ривердейл, Две девицы на мели, Юная. Очень классные сериалы, но смотрите, мне заканчивает трансляцию кушать или кушать и вести трансляцию. Как вы скажете? Ты ревнивый человек? Наверное, да. Мне принесли закусочку. Ням-ням. Это хлебушек. Вести трансляцию. Есть лучшая подружка, да. Да, конечно. Есть лучшая подружка. Кушай, веди трансляцию, кушай, веди трансляцию, кушай, веди эфир. Хорошо. Как скажете. Как тебе ТикТок? Ну, на самом деле, вроде бы ничего не поменялось, просто название изменилось. Ой, это что-то тепленькое. Так, будем делать бутерик. Ты хорошо разговариваешь на английском? Ну, да. Нормально.
Где-то сейчас. На Мальдивах в ресторане сижу, ем. Прилетела покушать. А, горячо. Ну что ж, попробуем. Аня на как сдала экзамены после 9 класса? Хорошо. Яна хорошо разговаривает на английском? Все плохо. Не знаю. Смотрела сериал «Сваты»? Нет. Приятного аппетита. Спасибо. Нравится приложение «Лайк»? Да. Привет, Максим Потапенко! Я вот ем, как всегда. То чувство, когда меня спрашивают, на каких диетах я сижу. На таких. Меня на эфире спрашивают, как мы с тобой поддерживаем. Ты видишь меня? Я тебе пишу. Да, вижу. Смотрел сериал «Школа». Одну серию. Тебе там Матранг не ответил. Приятного, спасибо. А ты закуску не заказывала? Нет. Я возьму у тебя брокколи, ты будешь? Молодец. Мне нужен твой лайм. Что делать, а? Куда ты заберешь? Я хочу рыбу поесть. Какой у тебя любимый фрукт? Вообще мангустин, но его тут нет. Если он подойдет, можешь попросить лимон или лайм? Зачем? Рыбу есть. Арбуз или дыня? Дыня. Арбуз. Любишь, когда пишут большие тексты о тебе? Обожаю. Овощи или фрукты? Фрукты. Наверное. Не знаю. Вкусно? Да, мне нравится. Я отдыхаю на Мальдивах. Еще раз отвечаю на этот вопрос. Не знаю, который раз. Какая милая, спасибо. Ай, глаз. Это невкусная травичка. Хорошо. Вишня или клубника? Клубника. А взять у тебя ящица. Матранг ответил? Ответил. И тут у всех возникает вопрос, почему ты не рада? Ага. О нет, у меня снова 20%. Почему он так быстро разряжается? А было? Просто эфир быстро разрешал. У меня тоже там стоит. Сначала 60, а лайм. Лайм. Да, я сломала два ногтя. Обожаю.
Нет, мне 16. Сколько? 15. Знаешь, Вики Шоу? Ага. Мы с ней видео один раз снимали. Хочешь перекраситься? Ну, я бы хотела попробовать что-нибудь. Что боишься больше всего? Насекомых. А как же манта, которая обнимет тебя? Клубника или малина? Малина. Thank you. Надо тебе помощь? Нет. Please finish. Thank you. Был какой-то момент, когда тебе хотелось вернуться в прошлое, что ты